Когда этот шикарный BMW X6 в кузове F16 попал в наш установочный центр, он был черного цвета. Клиенту было интересно сделать его вот таким цветом с помощью пленки. Решено было закатать только кузов, внутрь особо не подворачивать. Вот еще следы от черного цвета остались. Вот грань самой пленки. Очень хорошо получилось. Поработали еще и с дисками. Смотрите, какие они стали. Поработали с антихромом. Все элементы, которые были хромированы, стали черными. И еще была произведена работа с салоном. Посмотрите, какой шикарный салон теперь в этом автомобиле. Красная кожа с черными элементами. Очень органично все вписывается. Двери, карбон, настоящая кожа. Все по самому высокому стандарту. Сиденья, соответственно, ковшами. Строчки, нитки, все подобрано. Потолок черная алькантара. Сделано все от души, с высоким уровнем качества. Все элементы правильно гармонируют в этом автомобиле. Так что не стесняйтесь, обращайтесь. И у вас может быть то же самое или даже несколько лучше.